Народ, всем привет! С вами снова мы. Смотрите, что у нас сзади. Золотая арка, да? Мы уже были, мы уже снимали, вечереет. И мы хотим прогуляться по парку, очень популярному парку Эльзебилю, где собираются все местные, гуляют местные. Как-то в прошлый раз мы туда не попали. Да-да, там было много местных, а нам сказали какой-то Дубай билет предъявить. Ну, не пустили нас, короче, в парк. А сейчас мы попробуем туда пройти, потому что у нас был билет на арку. И нам теперь сказали, нам можно пройти через бесплатно. Парк, да, погулять. Сейчас я вам покажу. Для парка, который себя чувствует просто классно. Ну вот. Котик молодец. Спит. Котик спит. Котик спит. И еще раз обращу ваше внимание, что сейчас вечереет. Мы вышли из прекрасного просто здания. Наверное, один из самых лучших достов, который мы очень любим. Да, Золотой арки Дубая. Действительно классно. Стоит тут, просто стоит посетить. Ну, нам, по крайней мере, мега понравилось, да? Смотри, какое, да, мне понравилось, цветущее дерево. Сейчас будем вам показывать зелень в Дубае. Я обычно говорю, что в Дубае мало зелени, потому что все занимает небоскребы. Но, наверное, я не права. Забиль парк очень зеленый. Сейчас вам все покажем. Я это все акациями называю. Это не акация. Вижу желтенькие цветочки. Да, красиво. Так, идемте, потому что мне нравится, что в этом парке какие-то такие скульптуры есть необычные. Если вы слышите вдали мечеть... И там сейчас поется молитва. Призыв к молитве. Да, призыв к молитве. А мы идем сейчас, знаете, уже полегче. Наверное, уже градусов 30. Потому что, когда мы сюда шли, конечно, ох, мы в жару попали. Там, конечно, была жесть. Но ничего. Ничего. Дошли, сняли слава вам Богу, видео. Остыли, есть место, где остыть, да? А вон, смотри, какое дерево. Слушай, это не опасно. Там, смотри, и кто знает листики. Эти вот красные деревья такие здесь? Нет, это не то дерево совершенно. Не то, да? Нет. Даже их акации называют. Как оно называется? Да здесь нет названий, просто нет. А зелено в Дубае. Это уже о, знаете, мне... Это фраджипани, мы уже выучили. А вот знаете, эти что мне эта аллея напоминает? Мы гуляли по Корнишу в Абу-Даби. Вот такая же аллея, только там океан. Ой, океан. Это я тут мочила. Там залив был, и было его плохо видно еще. Скульптуры такие, парк скульптур интересных. Не знаю, что это. Опять-таки табличек нет. Поэтому не ясно, что вся скульптура значит. Построечки идут. Дубай молодой город и продолжает строиться. А мы пройдемся по парку. По крайней мере, попробуем пройтись. А да, вон смотри, ворота открыты. Надо же. Интересно, в тот раз тоже такое было? Знали просто... Но мы не знали. Просто мы стояли и... Да. Думали, куда нам идти, и подошел мужчина, араб, мы не снимали видео, он нам рассказал, в дорогу, какой дорогу как нам идти, да. Да, потому что мы использовали другую дорогу в наш первый раз, когда мы шли к карте Дубая 3 года назад, когда она только-только открылась. И он сказал нам, что потом же, если у вас билеты, вы можете бесплатно посетить этот парк. Мы да, так удивились. Ну, он да, говорит, мы... не, смело нет, идите, все будет. Идите, боже, какой красивый кот. Не прячется. А он не прячется, он по своим делам пошел. Он же пушистый. Какой пушистый хвост. Ну он вообще пушистый. Ну, вот и сейчас я по такой травке ходить зеленый. Да, реально сейчас все зелено, приятно. Так и подожди, правильно, какие это могут быть билеты, если мы уже на территории? То есть если мы зашли, мы уже оплатили. Да. Поэтому мы сейчас посмотрим. А мужчину вот охранник останавливает. Его не пускают, а нас выпускают в парк. Hello. Hi, hello. Мы идем отсюда, у нас есть билеты, и нас не остановить. Ага, а если ты зашел в Забили, если хочешь туда, тебя не пропустят. Ну да, логично. А, хотя там же, вот это я называю акация, вот красненькая. А то было не акация. Ну не знаю, что это такое, честно. О, красота. Да, и такие уже сумерки, приятно идти. Ну, наконец-то мы попали в этот парк. Да, слушайте, прям Наташа, загадывая желание. Как бы нас не пускали. Как бы нас не пускали, мы попали в этот парк. А ну вот, Эльзебиль парк. Дату вы видите, да? Ну, это, наверное, видео вы намного попозже увидите. Ну, кстати, что-то все затерто. А что это такое? Ой, ух ты! Нажимаешь, оно светится. А, это то есть ДОСТ, который есть в парке. Нажимаете такая кнопочка, ну, понажимай еще, все работает. Это, к сожалению, тут не видно. Ну, на любую кнопочку, верхнюю, среднюю. Да, работает, слушай, класс. А мы где? А я не знаю, где мы. Идемте водичку посмотрим. Вот это я такого никогда не видела, я по крайней мере.
Не, ну прикольно, да, вообще удобно сделано, правда, буквы уже затерты. Жалко. Не, ну, порошок хороший. Люди не знают, что можно пить. Да, и мы не знали в прошлый раз. Мы не знали, люди просто... О, тут камни, кстати. Ха, как прям берег моря. Да. Смотри, за нами увидели люди и идут. Вы показали людям дорогу? Ну, потому что, знаешь, почему я так поняла? Потому что они смотрели, мы пошли медленно, а они вот пошли тоже, знаешь, смотрели, смотрели и пошли. Ну, правильно. Правильно сделали. Ну что, идемте дальше по парку. Я, например, эту информацию, что вы можете воспользоваться, если вы уже зашли в рамку, то вы можете воспользоваться еще вот зайти в парк. Ну, слава богу, то мы так хотели в прошлый раз пройти через парк и сократить путь. Да. Тоже было очень жарко. Ну, не так жарко, как сегодня. И нас не пустили. Ну, как сейчас не пустили молодого человека, а что ж делать? Да, только в другом направлении. Да, вот турникеты какие-то стоят, ага. Ну, да. Не так все просто, друзья мои. Люди фоткаются на инстаграмные фоточки. Это платный пляж, говорю. Приятно, я спросила, how are you? Да? Да, о, класс. Детки катаются в таких машинках. Наташа, аккуратно, сейчас детки тебя посадят на капотик и увезут. Ой, я это боюсь. Лавочки, слушайте, класс какой. Кстати, что хочу сказать. И это, Наташа, вы что, кстати, мы сверху, я тебе не обратила внимания. И помнишь, когда мы проходили, я говорю, ой, мост построили. А это, оказывается, пешеходный мост, как-то можно отсюда выйти в Glow Garden. А, ну Glow Garden сейчас, я знаю, что он закрыт, он закрыт. Он закрыт сейчас? Glow Garden закрыт, но, из-за жары. Пешеходный мост туда. Как и наша любимая Global Village, ну, мое любимое. Кстати, если вот так вот выбирать из досок, которые я очень люблю, вот в Дубае, это точно Global Village, все-таки номер один, номер один. Это просто, это великолепие, народ, это просто круть. Как-нибудь покажем, но из-за жары сейчас оно закрыто. Дальше, Дубайская рамка, да. Дубайская рамка, да, она того стоит, народ, она просто того стоит. Она просто замечательная. И номер три, наверное, поставлю... Поделю пляж Эль-Мамзар и Дубай Молл. Вот так вот. Аля Мэр. Я Мамзар люблю больше. А, ну... Мы сейчас не будем говорить про пляжи, народ, мы вам покажем уже, когда будем показывать пляжи, уже покажем. И сами определите, но Мамзар там 4 шикарных пляжа, а Ла Мэр только 2. И Ла Мэр какой-то вот неуютный, там как-то все дорого. Нет, нет, он прикольный. Да, он, как, нет, он как гулять, он прикольный. Как пляж, он неуютный. Будешь водичку пить? Да? Народ, обязательно, кстати, берите с собой воду. Не знаю, как в Украине, в России, в Беларуси, в других странах, там по Европе, но в Эмиратах дико жарко, без воды просто невозможно. Вам может стать плохо, вы можете потерять сознание и упасть. Это не шутки, такое бывает. Понемножку надо пить. Да, не пожалуйста. Пожалуйста. Вот такая вот жизнь, скажем. Какая жизнь у людей, которые живут и работают в Дубае. Мы живем в Эляйне, в Эмирате Абу-Даби. Вид поехал. А, не видно, да? Ага. Вот. И воду пить все-таки обязательно в этих странах. Вот какая жизнь у дубайчан. Ну вот люди после работы идут гулять в парк. Но это хороший парк, он зеленый, тут чувствуется прохлада чуть-чуть. Так если так можно сказать. Знаешь, что? Что я уже офигела и маску прикрутила, лучше одену. Да. В этом... парки и пикники люди устраивают. Да, мы видели. Поэтому мы так за забора проходили. Да, и так... котиков видели, так хотели зайти. Нам так просто это бы сократило путь прямо пройти. А так мы обходили же сегодня. Да. И нас так... М-м-м. Мы же не знали, где билеты брать. Мы и сейчас вот не понимаем. Какой-то... Как сплатили? Дубайский билет? Да что-то такого типа. Сказали, у нас есть только серебряная такое? Карта метро. Про метро видео вы уже видели. Оставлю его в описании. А вот... Непонятно, что от нас хотели. Не понял. Да, ну, в общем, мы не поняли, и ничего страшного. Сейчас видишь, мы попали в этот парк. Да, попали абсолютно бесплатно. Не хотите мы нас, наслаждаемся. Не хотите нас за платно пускать. Пускайте нас за бесплатно. Да. Вот Наташа растение такое заметила прикольное. Смотрится классно. Так я не пойму, это пальмы или фикус, пальмы. Или папоротник. Пальмочка, да. Такая? Такой вариант пальмы? Да, 3 штуки. Это ж... Вон же, посмотри, ствол пальмы хорошенький. Только что-то есть. Вон котик вдалеке ходит. Жарко пальмы. Ой, как хорошо сидит. Ой, вообще немножко посидим, немножко отдохнем, пойдем дальше. Потому что долго гуляем сегодня, ходим.
Вот. Если у вас есть возможность также погулять в Дубайском парке, тоже погуляйте. Очень прикольно. Народ, посидели, продолжаем гулять. Смотрите, туалет есть. Все бесплатно, все можно заходить, все нормально. Так что, нет, кому нет. Надо, как говорится, welcome. И растения красивые вообще. Ну вот подумайте, люди, вот реально смешно посадить и соблюдать живыми. Что-то я такое... Поддерживать жизнь в растениях. Поддерживать жизнь в растениях в пустыне. Вот просто, ну, очередной раз Эмираты Браво. Что я могу просто сказать? Надо посадить и поддерживать. Да, надо посадить и поддерживать. Все очень просто. Кстати, вы заметили хоть одну табличку по газонам не ходить? Тут все ходят по газонам. Тут такого нет. Устраивают пикники, тут бегают босиком дети. Ну, в общем... И траве ничего не случается. Все хорошо, все газоны растут, все цветет. Ничего не утрено, все хорошо. Все замечательно. Никому не приходит в голову по газонам не ходить. Да. А вот смотрите, кстати, мы подходим... Это прикольные штучки. Здесь, наверное, какие-то концерты. Потому что посмотрите. Ух ты, какой-то да. Как амфитеатр такой, да. Вот. Какие-то можно. Вкуснятинки, да, вкуснятинки, киоск с ценами. Но это обязательно, чтобы, конечно, было в парке, чтобы можно было и водички купить. О, какая территория. Так, а давай зайдем на эту штучку. Давай. Территория прикольная. Давайте даже уменьшу вам, чтобы было видно. Вокруг небоскреба, наверное, здесь прикольно жить. Вышел парк. Это ж понастроили, посмотри. Вышел, да, этого всего не было. Это все новенькое. Давайте обойдем, там люди фоткаются. Скажите, кто живет там? Да. Как там жить, как цены? Если есть как... подписчики или те, кто смотрит, народ, напишите. Как соседи. Ну, боже, не знаю, какое-то олимпийское шоу какое-то. Ух ты. Здесь, ну. Да, такая территория. А знаешь, мне понятно, смотри, вот там вот проход, да. Ворота. Ну. Видишь? Да. Народ, видите? И под нами ворота. Как боитесь? Ничего не напоминает. Да, оттуда выбегает животное, отсюда гладиатор. Они не разбегаются в разные стороны, зрители хлопают. Ну, это какая-то у меня больная фантазия, да, уже? Ой, вон геккончик. Геккончик? Да. Малыш где? Вон. Ой, малыш, привет. Убежать. Да, у нас постоянно в Эляне к нам в квартиру забираются геккончики, но мы живем на первом этаже, и нас это не пугает. Шикарный какой парк. И зелень такого цвета, просто вот зелень зеленого цвета, да. Нас это просто удивляет. Казалось бы, Киевлян, да? В Европе росли, у нас же вроде нету. Да, тут экзотические, тут пальмы. А ну сейчас подождите. Смотрите, как загорается уже. А, да, подсветка идет вечерняя. Но вот там, если бы сейчас, наверное, туда пошли бы, было бы очень сложно снимать что-то на камеру. Оно бы отсвечивалось. И... А, кстати, да. Вот поэтому я Наташу как раз... Агитировала, да, пойдем, говорю, побежали. Пойдем пораньше, она же говорит, нет, давай снимем, все классно будет, да, интересно. Я говорю, нет. Действительно, она будет отсвечивать. Семьи гуляют, детки на велосипедах. Ну, классно, такой рекреационный вид. Отдых. Да, вид отдыха, классно. И прогуляешься, и можно и фитнесом позаниматься, можно деткам дать велосипед, чтобы они поездили. Здесь, в принципе, на велосипеде так не поедешь, жара. Хотя я в школу на велосипеде ездила 4 года, а в прошлом году ездила на скутере, на электрическом. Ну, все. Потому что каждый раз попадала в такие пыльные бури в 2020-м. Но что просто иногда на велике крутишь на месте, тебе песок в глаза летит, и домой просто тяжело доехать. Скутер вывозят. Наверное, скоро верблюдов купим, да? Верблюда верблюди. Его кормить надо. Скутер-то подзаряжать надо. А кто сказал, что верблюд это дешево? Кормить вообще надо, не дешево, абсолютно. Надо. Здесь очень популярны верблюжьи бега. И верблюд, хороший верблюд, стоит таких денег, как Феррари, народ. А, кстати, серьезно. Да? Очень дорого. А на бегах же только верблюдицы, по-моему, участвуют. Ой, ну это я не знаю, слушай. Давай купим верблюдицу, чтобы быстрее меня до школы доставляла. Верблюдов не допускают к бегам. Сейчас еще покажу. Смотрите, парк такая огромный. Плеяда небоскребов и шарик Этисалата. Этисалат – это связь, уже, наверное, рассказывала. Это связь мобильная, интернет, связь в Эмиратах. Ох, как красиво, цвета просто такие. Закат красивый. Да, сумерки, закат, сказка.
Вот местные женщины идут на прогулку. Жарко, просто жарко. Ну, сейчас нормально, поэтому люди выходят попозже. Ну, сейчас терпимо, именно сейчас. Но когда мы шли сюда 4 часа, мы из отеля вышли, мы просто проглотили жару в сауне. Я сроднилась с одеждой, я была вся. То ли я, то ли одежда. Все влипло. Смотрите, туда можно пойти. А это выход тоже один. Вон люди спортом занимаются. И погулять можно. Ну, мы выйдем, да, правильно, да. Идем и как раз выйдем. Ну, да, сюда этот. Да, ты что, и подсветка такая. Ну, прям вот мне мерещатся гладиаторские бои, прям. Я ничего не могу сказать, народ. Да, из одного вышел, вот люди сидят из второго. И пошли драться. Правда, походу они разбегутся здесь, по зеленой травке. Конечно. И воскурят трубки. Ну что, как впечатление от парка? Класс, да? Слушай, ну, в жару в такую гулять? Очень классно. Приятно. Ну, знаешь, что еще приятно? Что мало людей. Да, это вообще вот. Очень приятно. Потому что, когда мы в тот раз, вот я помню, видели, ну, просто море людей, большими компаниями. Тогда не было этой ситуации, тогда не, ну, все да. Было отлично, люди путешествовали, ну, ничего такого не надо было. Что все друг друга на головах сидели, а сейчас, конечно... Да просто, на каждом, вот под каждым деревом, там не то, что... Вон, смотри, Не то, что... Какое-то одеяло, шатры стояли. Я еще раз хочу, обрати внимание, люди пошли себе на фростете, мы сейчас пойдем по газонам не ходить. Да, идемте. То есть никто тебе, ну это правильно, и траве ничего не происходит. А еще знаете, какой кайф? У меня такое впечатление. Босиком здесь пройтись, но я не пойду сейчас, потому что, честно, вдруг кто-то что-то бросил. В принципе, можно немножко ногу порезать. А ну, не прохладненько, нормальная травка. Класс. Вот как вам, народ, такой парк? Окруженные небоскребами. Конечно, здесь живут люди, счастливые люди. И вид, и зелень, и пойти можно побегать, и наверняка да, где-то и магазинчик есть. Ой, наш отель виден, стой, Гевора вон да, там. Да, слушай, действительно. Сейчас, народ, я вам увеличу. Ну, а сколько мы тут? 3 остановочки на метро? Вот, ну. Боже, какой код длинный, это как это он? Вот это наш отель, и посмотри, Наташа, испанский небоскреб мой да, любимый, мой прям вдвоем стоят. Ну, это красота какая-то. А смотри, где кот? Котяра, посмотри, как он розетый. Так, просто я сейчас его увеличу, но мне кажется, что котик не хочет, чтобы его беспокоили. Ну, конечно, зачем его беспокоить? У него свои красота. Дела. Он отдыхает. А ну, идем еще посмотрим вот детские площадки. Мне кажется, это будет интересно. Ого, какие большие. Ну, идем. Так я же говорю, что меня это очень интересует. Так, а это место или Wi-Fi, или зарядки? Что это вот эти вот цветочки? Идем посмотрим. Сейчас идем. Ну, туалетов тут полно. Вон слева, вон справа туалет, еще там. Ой, котяра, пошел. Ой, знаете, тут склон такой идет, что я чуть не вот это. Ой. Какой он большой, слушай. Здравствуй, дорогой. Привет. Здравствуй. Жалко, у нас нечего тебе дать. Ого. Это метро какое-то. Все, идем. Да, вот эта вот штучка, кстати, пойдем, это посмотрим. Она как... Подзарядка, это везде такие стоят в парках символы. Я бы сказала, знаете, на что похоже? На каштан. Да, мне тоже на каштан похоже. Листья каштана. Киевляне, наш символ каштан. Согласитесь со мной? Что у киевлян символ каштан или похоже на каштан? С чем согласиться-то? Банана бот. Что это значит? Это реклама какая-то. Ну вот, наверное, здесь зарядка. Вот для айфона и для Apple подходит. А как это заряжать? Не знаю, я вообще не... О, открыть надо, смотри, а тут вот разъемы. Все, порт есть. Вот, народ, теперь вы знаете в Дубае, где подзарядиться. Тут по кругу идут они. Ну, каштанчик реальный. А, и месяц, красота какая. Так, идемте детскую площадку посмотрим. Котики везде гуляют. Слушайте, какой парк приятный. А смотрите, кстати, у нас тоже в Элиайн-парке написаны все вот эти вот... знаки. Вот самое смешное, в футбол не играть. Дети здесь обожают футбол, любят футбол. И в футбол здесь играют в парках. Хотя всегда написано, нельзя кальянить, делать какой-то гриль или барбекю, ну и мусорить. Кстати, идем, к сожалению, женщина здесь молится, мусорят. Да. Не будем мешать ее молитве. Мяу-мяу. Ой, кстати, вон водичка стоит для котов, для птичек. Ну, вон, внизу. Ага. Там есть поилочка внизу, так. Ну что, вот такие симпатичные площадки. Ух ты, классно, посмотри. Ух ты, вот это да, вот это вот, наверное, что-то скалолазное. Какая. Цепляться, залазить наверх. Ступенечки.
А вон, смотри, как это. Идем, зайдем? Ну, идем, направо зайдем. Направо кораблик с подзорной трубой. Так, куда-то могу пойти. Ты говоришь, с подзорной трубой. Мне казалось, с позорной трубой. Подзорной. Думаю, что это труба позорная? Вот такой вот красавчик ходит. На зебру полез. На зеброчку. А она реально рабочая или это просто... Не знаю, но прикольно, как для деток сделано. Тебе нужно там, наверное, сесть и посмотреть оттуда, не? Как это оттуда? Ну ты же нужно с корабля смотреть. В смысле? А, залезь сюда? Ага, ну тогда он сработает. Нет, так ничего не видно. Только калейдоскоп или что бы было. Вот ребенок на помощь зовет. Это как калейдоскоп. Сама зебра не покатает. Как калейдоскоп пошли. Это вот штучка прикольная, песочек, смотрите. И такая скала. Вот это вот классно в нашем детстве. Обалдеть, боже мой, как мы забирались в песок, когда приезжал Жек и раскапывал яму, мы играли в царя. Горы, кто заберется в песок и других посбрасывает. А тут вот такая прям сетка. Это вот, смотрите, все для людей. Это называется все для людей. Ну, за вход надо заплатить. А наверху что-то идем, посмотрим, что наверху. Давайте сделаем обзорочку. Наташа, давай вперед. Во! Ого! Прилично. Ну ты не одна, с тобой малыш идет. Горки, да? Да. Ух ты, а куда же эти горки идут? А, просто народ. Ага, просто народ. Садитесь и едете. Ух ты! А там еще скалолазные. Вот это да. А? Скалолазные зацепы. Ой, класс, скалолазные зацепы. Вот это класс. Вот это вот у детей развитие, реально. Теперь просто сделаем вам обзорочку отсюда. Ну что, народ, шикарный парк вам показали сегодня. То есть нам очень понравился. Я считаю, и будете в Дубае, скажем так, этот парк стоит посетить. Видите, даже местные его любят. И здесь ходят, гуляют. В общем, ставьте лайки, подписывайтесь, желаем вам добра, путешествий, всего хорошего. Всего хорошего. Пока.